الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واجهام إبراتي الله, الله صلى الله عليه وسلم حديث سكزال العبادة في الهرج كهجرة إليه что поклонение человека и батат, которым он занимается во время волнений среди мусульман, во время смуты, когда человек не может определить, что происходит, когда много идет лжи на друг друга, оскорблений и так далее, в такое время поклонение раба Аллаха Субханаху Ва Та'аля, как будто хиджра, как будто переселение ко мне, говорит посланник Аллаха Саллиллаху И шейху Ислам Аль-Хафиду и Рахматуллахи Алейхи по поводу этого хадита пишет, что когда наступят смутные времена, мусульмане должны заботиться о своем богослужении, о своем ибадате и заниматься этим. Ибо если он этим не будет заниматься, то Мусульмане могут быть втянуты в то, в то, в чем они сами не смогут разобраться. И так может получиться, что человек может совершать грехи. Как посланник Аллаха, алейхи сказал, не стоит вмешиваться в конфликт мусульман или в смуту, когда мы не знаем, кто поднимает, поднял знамя и в том. И в той смуте, в котором не разбирается грешник или правдивый человек, или же взрослый, или же молодой. То есть такая смута, фитна. Поэтому в другом хадисе посланник Аллаха говорит, саллаллаху алейхи да и во многих подобных хадисах, что когда смута среди мусульман, лучше будет тот, кто стоит, чтобы кто идет верхом, пускай слезет, кто стоит, пускай сядет. Настолько имеется, чтобы он был э, отчужден от этого, чтобы отошел от этой смуты. Поэтому, мои братья, мы тоже должны от смуты держаться подальше. Многие хадисы, они были пророческими. пророка саллаллаху алейкум, о, о смуте и то, что будет твориться. И порой мы действительно не знаем, что, кто, где, как. Непонятно, что происходит. Такие, такие времена наступают. И я думаю, что бывает пиковый период. Аллаху алям, конечно когда он может быть но сейчас что творится во всем мире геополитика вообще в исламских в исламских государствах что творится то что творят исламские в кавычках лидеры целых государств а конкретно их бездействие смута ну мы сегодня это видим к большому сожалению трусость любовь к мирской жизни поглотили поглотили мусульман сегодня, как и посланник Аллаха, алейхи в том хадисе сказал, будет время, это я ма'на передаю, ма'на передаю, будет время, когда враги Аллаха, враги Ислама будут манипулировать вами. Ну, говоря смысл, они будут над нами, так скажем, нами будут управлять. Тогда спросили же, о посланник Аллаха, а что, нас будет мало? Это нас будет мало, поэтому так это будет. У вас будет много, но однако вы будете ваган, он говорит, что слово ваган, это вы будете как, 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 и они мусор, как вот это, идет вот сверху, вот, как, вот так, то есть слабые будете вы, вы будете разрознены, вы будете слабы, а в вашем сердце будет ваган. Это любовь к мирской жизни, боязнь смерти. Это будет в ваших сердцах. И вот это время, которое посланник Аллаха нам обозначил. Также, мои братья, сегодняшнюю тему, которую я хотел бы затронуть, вот книга имама Аннавовый Шарх, его шарх к толкованию имама Муслим, Рахматуллахи Алейхи. Мои братья, одним из величайших причин разделения мусульман – это такфир, это обвинение мусульман друг друга в неверии. Эта вещь имеет глубокие корни – со времен пророка, саллаху алейхи То есть было предсказание самого посланника Аллаха, алейхи Это достоверные хадисы. Посланник Аллаха сказал, алейхи алейкума, моя умма разделится на 73 части. Во многих хадисах именно это так, так, такой формат, так, такая формулировка идет. Это разделение будет по убеждениям, разумеется. Но пророк 73 группы не назвал он не назвал по на каждую группу. Хотя были некоторые, которых он и назвал как особые, особо опасные для нас. Например, мурджииты, кадариты, которых он назвал маджус этой уммы. Это язычники, это зарастрицы нашей уммы, сказал он. Это мурджииты, марджиа и э, кадариты. Также он перечислял очень много в хадисах про хариджитов. Хаварич, Хаварич это буквально это повстанцы. То есть те, кто вышли против. Их называют Хаварич. Хадиса посланника Аллаха обозначается как, по, как религиозно-политическое движение. Как религиозно-политическое движение. И у нее предисловие было следующим. Во время пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, Али ибн Абиталиб отправил пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, золотые динары после одной из битв. И когда посланник Аллаха, здесь очень много ревая, сразу говорю, здесь много переданий. Я одну скомпонованно передам. А так здесь, вот это книга имам Муслим, достоверные хадисы. Кто хочет, может посмотреть. Здесь много переданий. Но и э, посланник Аллаха, алейкум, когда делил это все, Некоторые курайшиты разозлились, галдибат курайшун, факалу и сказали, аюут и санади да нагд, на говорит. Он дает каким-то неждийским людям, а нас он забыл, сказали они. Посланник Аллаха что сказал, саллаху ассалям? Инни иннама фаальту Я сделал, то есть кому-то разделил, чтобы их любовь была больше как бы вот так выразился. Тогда говорит, джа Один мужчина пришел. В некоторых преданиях говорится, это был Зуль Хуайсара. Пришел к посланнику Аллаха, аллаху один мужчина. Какой он был? «Касту лихья». Густая борода. «Мушифу ваджнатайн Которые вот это скулы были, у него выпирали скулы, большие скулы. «Гайру айнайн Запученные глаза. И выдвинутый лоб тоже был у него. Такой большой лоб, как у нас нашими словами. Махлюку раз и побритый головой. Ну, такой, такого мужчину описали они. Такое злое лицо, возмущенное. Такой человек пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейкум. И он говорит, пророку обращается он. Иттакиллах я Мухаммад. Бойся Аллаха, Мухаммад, говорит он. Ни один из подвижников пророку не обращался, я Мухаммад. Они говорили, я Расул Аллах. А он, иттакиллах. Так бойся Аллаха, сказал он. Тогда посланник Аллаха милостивый отвечает, фаман юты ин асайтуху. Кто же подчинится, говорит, кто будет Богу боязлив и подчиняется Аллаху, если я слушаюсь его. Так сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейкум, -салл", разве ты мне не веришь, тогда как мне верят жители этого, мира, этого дунья, аль-арл, земли и небес. Ты мне не веришь? Сказал посланник Аллаха Тогда этот мужчина отошел, и один из сподвижников, некоторые говорят, Умар ибн хаттаб другие говорят, Халид Нувалид, попросили посланника Аллаха, разрешил посланника Аллаха, я нанесу, я нанесу саблей удар по этому человеку. Но посланник Аллаха не разрешил и сказал, подумают люди, что я своего сподвижника убиваю, потому что он дал понять, внешне он сподвижник, поэтому не нужно его трогать. Но далее посланник Аллаха продолжил. إن من ضئض هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجيرهم يقتلون أهل <سؤال> الإسلام <سؤال> ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في سوية إخ إذ Будет, будут люди, которые будут читать много Кур'ан. Они Кура -кур они читают Кур'ан. Однако этот Кур'ан не будет ниже их ключи, ключицы проходить. Имам Науи пишет по поводу этого. Они его не будут понимать. Просто не будут они его понимать. Или же иман не будет входить в их сердца. Так что некоторые ученые. Далее посмотрите, мои братья. Яктулюна ахлял ислам, Они будут убивать мусульман. Они будут убивать представителей ислама, но будут оставлять настоящих язычников. Настоящих куфаров они не будут трогать. Но будут убивать кого? Ахлял ислам. Они будут убивать мусульман. Но вопрос. Много читает Коран других преданиях посланник Иллах говорит, они будут говорить прекрасные речи. Они будут говорить Куран, Сунна, Куран, Сунна, Куран, Сунна. Они вот так будут, постоянно лозунг будет у них такой. Поможет ли им это? И далее посланник Иллах говорит, они будут вылетать из религии, как вылетает стрела, попавшая в дичь с той стороны. Они будут вылетать из религии. И далее посланник Иллах говорит, еще более, более жестче, если я их достиг бы, настиг бы, имеется дожил бы до этого времени. Ла -а -ла -а я бы их убивал бы, как племя ад, а это имеет тотальное убийство полностью. Я бы уничтожал бы их, говорит. Как говорит посланник Аллаха, саллаху Опять-таки он описывает их. Если они читали Коран, они сами были из ахлю ислам. Они не были язычниками, они не были кафирами, кафирами, они были мусульманами. Однако какие мусульмане? которые убивают мусульман, но оставляют настоящих язычников. Ибн Рума рассказывал, Равьеллу Ангу, это совершенное предание, он говорит, их не отличие какое было? Инзалюль аят, использование аятов фихакиль мушрик, в отношении мушриков, которые пришли, они использовали отношения мусульман. Это была отличительная отличительной чертой хариджитов. Те аяты, которые не использованы в адрес мушриков, язычников, многобожников, они использовали адрес мусульман, и они говорят, вот он тоже многобожник. Ведь Аллах так говорит, ведь вот так сказано в Коране, и он тоже такой же. Но эти аяты на самом деле были о язычниках. А они приводят в адрес мусульман. Это одно из отличительных черт вот этого каума, этого народа, этого фирка. Также говорится об их гулюву фил ислам. Они будут очень фанатичными в религии. И обосланник Аллаха говорит, -ля -ля", они будут читать много Коран. Они будут говорить прекрасные речи. Именно Аббас рассказывает, когда Али Асхаб меня отправил к этой фирка, чтобы я с ними делал бахс, вел переговоры, вел дискуссию, он их описывает. Я, говорит, слышал жужжание из их толпы, чтение Курана, как пчелы. Так они читали Куран. Я видел из их людей, которые были засучены рукава и одежды, а на лбу у них был атару суджуд. От множества потертые лбы были у них. Я вот таких людей увидел, говорит. Когда Алиб на Абитале вышел на Граван и воевал с Хавалиджами, уничтожил их почти всех, кроме нескольких мужчин. Сахабы, которые были за Али Асавом, что сказали ему? Слышат чтение Курана из их рядов, они сказали, я Али, неужели они не на истине? Те, которые были за Али, сомневались в этом, видя их не некий такой, с такой старание в религии. Такой, знаете, как посланник Аллах описывал про них. Они сомневались в этом. Однако, Али Асхабих уничтожил всех. Уничтожил всех, да и до нескольких человек, тогда тоже он сказал, их не, нужно убивать, они вернулись на лону Ахлю Сунна Поэтому, мои братья, одним из вот черт вот этих людей что было? Они ненавидели мусульман. Они, они ненавидели мусульман, но игнорировали ненависть к настоящим кафирам. Они воевали против мусульман, они убивали мусульман. Ибн Хаджир пишет, кто там может сказать за грехи. Нет, это не условие. Ибн Хаджир в, в книге Фатури Бари описывает их говорит, почему они были Хавариджами? Почему? вастабаху димаахум. Почему братья, они были Хавариджами? Потому что они обвиняли в куфре чистый тех манхалафахум, кто шел против них. Если ты против них, то ты для них кафир, ты для них мушрик. И они дозволяют твою кровь, они дозволяют твои имущество. Даже некоторые салафы рассказывают, они что делали? Они вынесли куфр замужней женщине, ее мужу выносит куфр, и, без, и на ней никак делают Это твой муж, он кафир. Это уже ты для нас дозволен. Такие вещи делают вот такой фирка. Посланник Аллаха, я повторюсь, мои братья, не называл 73 фирка, всех не назвал он, но назвал особенных, избранных, среди которых были эти хаварич. Но некоторые тоже говорят, ну, это, наверное, их сейчас нет, они же были при Али, да, они появились при Али Асхаб. И даже более того, посланник Аллаха, вот достоверное предание, мои, мои братья. Имам Муслим, он говорит, «Шаррул халки шарруль халки говорят, это худшие создания, говорит посланник Аллах. Тех, кого он описывает чицами Курана. Тех, кого он описывает, что ваши посты вы не найдете с их постами. Не посты в Инстаграме имеются, а посты. Ваши намазы вы не найдете с их намазами. Настолько они будут много поклоняться. Это достоверное предание. Этих людей, говорит посланник Аллах, шарру-халки валь Они худшие из творений. Оценить ситуацию. Далее здесь еще в другом достоверном Хадис посланника говорит. Фи ахри заман. Вот их еще атрибуты в достоверном хадисе, как посланник описывает. Внимательно послушайте, мои братья. Это очень важно. Это сегодняшняя хутба. Э, Бидни би Это для нас, чтобы мы знали эту информацию. Это ценное дело, мои братья. Мы не хотим, чтобы мы заболели этими, этой болезнью. Чтобы мы ненавидели мусульман. Для этого мы это рассказываем и мы должны это знать. К сожалению, мы обязаны сегодня, и нам приходится это знать. Нам приходится про это говорить. Посланник Аллаха говорит, славиллахуласлав. ахри заман", ближе к концу света, к концу времен, выйдут каумун, народ, аснан Они будут молодыми. То есть этот народ там будет молодежь, а где молодежь, там нету мудрости, там нету разума, они будут молодыми. Этот каум будет состоять из молодых людей, из молодых людей, из юношей. И когда мы говорим, все молодые, это первый признак. Второе. суфа а ахлам, бездумные мечтать. То есть они будут глупыми, говорит Молодые и они будут глупыми. Они молодые и они глупые. Я хайри бария", и они будут говорить лучшие речи. И имам Науи пишет, рахмалу, тал, вот как раз про это, то, что говорится, что вот Аль-Кур'ан, насчет сунна пророка, они будут говорить красиво, ай, говорят, илля лилла. Прекрасное слово. Нет решения, кроме как у Аллаха. А? Только Аллах решает. Только Аллах решает. Это будет их лозунг. Но красивые слова, не правда ли? Но эти красивые слова послания Аллаха порицая использует их. А вы знали, мои братья, когда хариджит, они когда разили сабли Али Асхаба, что он сказал? Он сказал, хукма لله, нету решения, кроме как у Аллаха, и вот такими словами он убивает четвертого халифа мусульман. Представьте, когда однажды халиф Али делал ваза, один встал и сказал, же, когда третейский суд объявил Али, он встал и сказал, Нету решения, кроме Аллаха, и что Али ему ответил? Какие прекрасные слова. Но они используются ради корыстных целей. Прекрасные слова – корыстная цель. Сегодня мы часто это видим. Прекрасные слова – корыстная цель. Аллаху

Но я не говорю сейчас, мы должны, я дубиллях, мои братья, пусть Аллах помилует меня и нас всех. Ни в коем случае это не призыв к тому, что кого-то мы должны выискивать, субханаллах. Ни в коем случае. Эти слова, братья, что мы знали, мы должны эти слова знать, мы должны знать этих людей, остерегаться этих качеств. Потому что такфир это, такфиристы это люди, это ослы нашей умы, можно сказать. Это тупые создания, которые нас обвиняют, мусульман обвиняющие, они воюют против ислама.

Если ты выносишь куфр своему брату, ты воюешь против этих слов. Ты идешь против хадиса пророка, саллиллаху алейкум. Поэтому надо быть осторожными. Сколько, мои братья, бывает слов у человека, которым высказывает, но может в сердце этих слов нет. Поэтому надо быть осторожным в выражениях, в высказываниях. Посланник Аллаха, повторю еще раз. Тех, кто был посланником Аллаха, мои братья, их как описывал Всевышний? у аляль куфар, рухамау байнахум. Они были друг другу милостивыми. Это их описание. Милостивыми. А когда вы друг друга оскорбляете, это разве милосердие, это разве милость? Самое худшее, то, что ты можешь, брат, обвинить другого, это, это является куфр. Когда мы говорим, обратите внимание, если человек говорит другого, обвиняет другого человека в прелюбодеянии, вот вам подходит человек и говорит, вот ты знаешь, что это Али, это прелюбодей. Что ты ему, брат, ответишь? По это ты должен ему сказать, слушай, родной, ты сам это видел? Кроме тебя еще три свидетеля есть? Ты же ему так скажешь. Ты скажешь, ты не имеешь права обвинить, если он своровал, там, это клевета. 80 ударов тебя ждет по шариа. Представьте себе, даже были в случае с Рисалафом, четыре человека свидетельствовали нашу зина, один засомневался. Представьте, один засомневался, троих по 80 палок тазир сделали. Один засомневался просто. Таково решение. Но что хуже этого? Куфар хуже этого. Ширк хуже этого. Ширк это самый тяжкий грех. Ширк не прощает Всевышний. Умирает человек в ширке, в язычестве, в куфре. Все деяния его тщетны. Это тягчайший грех. И ты приходишь, как спокойно обвиняешь, без доказательств. Разве так можно? Только потому, что кто-то на кого-то ярлык навешал. Будет ли это тебе шагады перед Аллахом? В Аллахе не будет. В Аллахе, в Абилляхе не будет. Будь осторожен, брат. Будь с этими вещами осторожен оправдай. Имам Малик Рахимулла говорит, 100 из 100 вот этих доводов, если 99 указывает, что это является язычником, этот мусульманин, то он из, вышел из религии, 99 и один указывает, что он оправдывается, мы выбирали вот это. Одно оправдание мы выбирали. Вот так оправдывали мусульман. Потому что оправдать, потому что человека, который является мусульманом, ошибочно его в неверии обвинить, перед Аллахом, ты что будешь делать этими словами, мой брат? Сам подумай над этим. Во время пророка, когда Усам Адмазаид, любимый сподвижник, когда убил человека на поле боя, он тоже так же пытался перед посланником Аллаха. О, пророк, тот человек шахаду произнес, потому что он боялся, он себя спасти хотел, сказал он. Тоже, когда хотел разить саблей, убить на поле боя, тот шагаду произнес резко-резко. Хотел, ну, себя, наверное, спасти хотел человек, но он все равно его убил. Тогда же посланник Аллах ему сказал, разве ты открывал его сердце? Разве ты проверял, для чего он это сказал? Разве ты смотрел, какова его цель? Что ты будешь делать словом «Ля ля Иллаллах»? Перед Аллахом, как ты за это ответишь? И Усамат рассказывает, мои братья, в этот период я хотел бы, чтобы я был еще не принявшим ислам. Насколько мне было тяжело это от посланника Аллаха слышать. Поэтому сегодня врагов тоже хватает у нас и так. Давайте друг друга тоже не будем искать врагов. Это самое сегодня и от фитны, от смуты, мои братья, тоже стойте подальше, не влезайте в эти смутные дела тоже. Надо нам находиться подальше, заняться ибадой, и только Аллах со временем выявит, кто есть кто и так далее. Поэтому это тоже от этого подальше, держись, мои братья. Пусть Аллах нам поможет. Ведь, истинно, истинно, Видите, даже вот то, что э, вот смута среди мусульман, вот здесь мне приходится встав на мимбар говорить об этом, и какое-то время наше уделять этому, это тоже является какой-то минус с одной стороны. Нам приходится постоянно про это говорить, постоянно оберегать друг друга от этой фитна, от этой смуты. Поэтому, мои братья, будьте, конечно, в этом бдительны, осторожны, любите друг друга, цените ради Аллаха Субхана Утала. Если мы видим какое-то, если ты думаешь, что о, вот этот человек, вот, Оправдай его. Оправдай, он твой брат. Так будет лучше для нас, для всех. Если мы вот так не подойдем к этим вопросам, мои братья. Если постоянно будем разоблачать или обвинять в куфре. Это, вы, это только вы, будет раздор, ненависть друг к другу. А те люди, которые нас ненавидят, те люди, которые против ислама, им это на руку сегодня. Мы должны это понимать. Мы должны это понимать. Пусть он нам поможет, мои братья, видеть истину, истинную ложь, ложью. استولت غوش سلد وزي استني و اخر عن الحمد لله رب العالمين